сначала мы перешли на поле. Мне очень, кстати, понравилось поле. А потом я сел на стул, и мне начали задавать вопросы. Было очень необычно, но в то же время очень было это круто. Ты давно был последний раз в кино? Давно, давно. Какой это был фильм? Какой фильм? Scarface. А ролик «В железном месте» этот видел? Не видел. Не видел еще? Не видел, сейчас первый раз видел. Ты последний раз когда был в кино и что смотрел? Ну, год назад, наверное, с дочкой. Баларин. В этом году исполняется 95 лет нашему клубу. И мы думали, как правильно отметить это. В первую очередь мы, конечно, обращаем внимание на детей, на подростков, на наших будущих болельщиков. Потому что именно с детства начинается боление за клуб. И для нас очень важно, что они думают о нашей команде, о нашем клубе. В общем-то, мы с этими мыслями обратились к нашим партнерам, Лео Бернет. Я давно работаю в рекламе и, собственно, очень сильно люблю футбол. И все время очень переживал, что до поры до времени футбольные клубы никак не хотели сотрудничать с рекламными агентствами. Вот, делали все сами, и тут моя мечта сбылась. Мы начали сотрудничать с «Локомотивом», сделали проект, который вы сейчас все увидите. Премьеры как раз «Звездных войн». Вот мы расскажем большой-большой аудитории, мы надеемся, о том, о нашем клубе, о том, как за нас болеют, как у нас здорово, какие у нас замечательные игроки, какие болельщики, и как у нас все хорошо. А сколько раз вы смотрели этот ролик? Я не знаю, 100, наверное. Я думаю, больше. Я думаю, ну, это же не единственный ролик. Мы будем еще снимать, еще. Вот, потому что о наших болельщиках можно рассказывать очень долго, о наших игроках еще дольше, наверное. Вот, и мы всех ждем на стадионе, и в IMAX теперь тоже. Ну, ты знаешь, я не очень... Я не такой фанат по войне. Но я думаю, что я поеду, потому что я хочу посмотреть наши ролики еще раз.